Всем привет, дорогие друзья, с вами Витёк, и сегодня мы продолжаем проходить игрушку с War Digga. В прошлой серии мы посмотрели, что это за игра. Я попросил вас оставить комментарий под этим видео, написать, как вам эта игра. И я так понял, что она вам понравилась, и поэтому давайте продолжим. В прошлой серии мы узнали, что наш главный герой... какой-то пацан, у него есть какой-то мастер, и этого мастера убили какие-то монстры, и этот мастер сказал, что наш главный герой, ну, конечно же, наш главный герой, единственный, кто сможет спасти землю от этих монстров, и какой-то вождь нашей деревни сказал, что есть какое-то оружие, типа какой-то великий меч, там, не знаю, какой-то суперсильный. Этот меч поможет нам победить монстров. И теперь наш главный герой должен отправиться в путь, в приключения, в поисках приключений и найти этот меч. Ну, вроде так. Я сейчас пока не знаю, куда я бегу, я просто бегу вправо, куда-то вправо. Самое интересное, что тут можно побежать почти куда хочешь. Там где-то слева есть что-то, где-то справа есть что-то. Здесь можно проходить какие-то квесты. И, кстати, нам только что сказали, что если мы два раза нажмем на кнопку движения, то наш главный герой будет бегать. Я не знаю, почему мне это раньше не сказали. Возможно, это было бы полезно. Так, смотри, мы что-то можем прокачать. Давай пока жизнь. Давай жизни прокачаем, потому что у нас жизни очень мало. О, сейчас 4. Наверное, нормально пока что. Конечно, атаку тоже бы не помешало прокачать. Там, по-моему, еще магию можно прокачать, если я не ошибаюсь. Но магия, в принципе, и так у меня сильная, так что... Так, смотрите, что-то есть. Ух ты. А нам сюда вообще надо? Нет, какая-то маленькая пещера. Как раз тебе я минуту назад тебе говорил, что тут можно идти куда хочешь. Смотри, видишь, мы нашли с тобой какую-то пещеру, и тут есть сундук с сокровищем. Или кристаллами, что это такое, непонятно. За эти кристаллы, наверное, можно, не знаю, может что-то покупать. Или, не знаю, может прокачивать нашего персонажа там. Типа оружие именно прокачивать. Хотя... А может какую-то одежду, хотя вряд ли. Но я не знаю, в общем, посмотрим. Я могу только полагать, что можно за эти кристаллы делать, но узнаем мы, конечно же, попозже. Итак, дорогие друзья, если вы ждали эту игру с War Digga, то не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях, может вы уже в нее поиграли, может вы успели в нее поиграть. Какие ваши впечатления? Так, кстати, ты заметил, что пауки уже второго уровня? В прошлой серии они были первого, а сейчас они второго. Но они все... Опа. Блин, это растение постоянно внезапно вылезает. И меня это бесит. Так, смотри, тут что-то написано. Упс. Блин, он на скалу упал, я думал, вниз упадет. Упс, сейчас придется опять залезать. Сейчас мы это все быстренько сделаем. Тут буквально, там, не знаю, 10 секунд займет. Что тут пишут? В общем, мы можем использовать коробки эти. Стоп, а мне нужна эта коробка или нет? Не знаю, может на всякий случай ее подтолкнуть. Ну давай. Во. Замечательно. О, мы можем взять ее. Так, это уже неплохая функция, даже, наверное, очень полезна. А то толкать эту коробку будет очень долго. А, все-таки эта коробка нам действительно была нужна. Хорошо, что я за ней вернулся. Так, смотри, там на заднем фоне какой-то фонтанчик. И там какая-то стрелочка. А интересно, а мы туда можем попасть? Не знаю, наверное, было прикольно. Вот я надеюсь, что вот эта игра... Ну, не будет прям слишком долго. Я надеюсь, тут не будет, не надо будет записывать, там, не знаю, где-то 50 серий, потому что, ну, типа, игры с квестами, они вроде длинные такие. Но я надеюсь, что эта игра будет такая коротенькой. Ну, не слишком, конечно, коротенькой, но там, не знаю, ну, хотя бы на 15 серий, там, на 20. Но я надеюсь, что тут не надо будет, там, 30-50.
Так, телепорт. Мы этот телепорт видели еще в нашей деревне. Наверное, при помощи него можно будет быстро перемещаться между этими пространствами, чтобы мы не бегали туда-сюда долго. Я сейчас вкачал еще очки опыта, я прокачал еще в жизнь. Вкачал, точнее, в жизнь. Теперь у нас их 5. Я качаю жизнь, потому что я очень часто сталкиваюсь с этими растениями, и они мне постоянно отнимают жизнь. Монстры унесли мою вазу. Можешь доставить ее мне? А я помогу тебе перебраться через реку. Так, там в какой-то башне, в общем, эта ваза находится. Он дал нам ключ. Сейчас мы найдем ее. Сейчас мы найдем его вазу. Наверное, сюда надо. Такс. Ой, я случайно вазу взял. Теперь мы все предметы можем брать. Опять это растение. Все. Так, смотри, какая-то башня. Наверное, нам сюда. Так. Ну что? Так, вот нам ключ пригодился. Опа, летучая мышь. Надеюсь, она нас не под... О, третьего уровня летучая мышь. Враги все сильнее и сильнее. Было прикольно бы в эту летучую мышь магии попасть. Во. А эта летучая мышь нам вреда вообще не наносит, я так понимаю. Она просто тут летает. Да, да, но они очень легкие. Ладно, фиг с ней. Хотел ее убить, но потом подумал, эй, ладно. Такс, опа. Это что такое? Это кто такой? На тебе. Это, походу, один из тех монстров. Видимо, вазу я не смогу перетащить. Придется его уничтожить. Такс. Ой. А я могу сзади на него напасть? Фу. Я все хочу его мечом ударить, но никак не получается. Не получается, да. Так, ну неплохо. Магия, магия. Хорошо, что нам магию дали, кстати. Ого. У нас 3 жизни осталось. Ой-ой-ой. Смотри, самое интересное, что если бы я сейчас не прокачал жизни, то, по-моему, мы бы уже проиграли. Так, ну я надеюсь... Давай. Отлично. Это что такое? Из него вылетели какие-то красные штучки. А ну-ка. Что это за дичь такая? Ладно. Сейчас отнесем эту вазу. Быстренько. Так, видео уже где-то 8 минут. Ну, ладно, 9 минут длится. Так, мышка мне ничего не мешает. Замечательно. Это наш чувак, которому мы несем вазу. Он сказал, что он поможет нам перебраться через реку. Наверное. Нас там ждут очень интересные приключения, которые мы, скорее всего, уже увидим в следующей серии. Если... Вы, конечно же, поддержите это видео лайками и напишите в комментариях, что вы хотите продолжение. Спасибо, ты нашел мою вазу. Я активировал рафт какой-то. Удачи, будь осторожен. Он там нам что-то активировал. Вот эту вот штуку. Ладно, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если же вы не подписаны. А с вами был Витек. Всем до скорой встречи. Всем удачи и всем пока-пока.